Вы смотрите канал улицы Москвы. Продолжаем прогулку по району Арбат. И сейчас мы находимся в Филипповском переулке. Название по церкви апостола Филиппа 17 века. С 59 по 94 годы именовался переулком Аксакова. Проходит между Малым Афанасьевским и переулком Сивцев-Вражек. Мы сейчас будем двигаться как раз к переулку Сивцев-Вражек и району Хамовники. Так тут тихо, чинно. За этим зданием параллельно Гоголевский бульвар. То есть мы сейчас внутри бульварного кольца. Еще похоже на апартаменты тоже. Или гостиница, что, не знаю. Вот обычный подъезд жилого дома. В центре, конечно, часто бывает так, что квартиры переделываются под офисы. Особенно часто это происходило в 90-х годах. Пока еще не было массового строительства бизнес-центров. Но тут тоже типа различные фирмы. Вот адвокаты, туризм. И т.д. и т.п. Питер чем-то напоминает центр. Такая лавочка.